Сразу после приветствия и благословения Владыки начинается священное действо. Праздничная служба в Светлую Седмицу, неделю после Пасхи, у православных верующих считается очень важной. Ритуал облачения архиепископа Самарского и Сызранского Сергия в праздничные одежды завораживает. Прихожане наблюдают, затаив дыхание. В эти дни духовенство совершает службу в красном облачении, а во всех храмах всю неделю открыты царские врата. В храме Казанской Божьей Матери архиепископ Самарский и Сызранский совершают службу впервые. Это возрожденный храм, его открыли вновь в январе этого года, но построен он был еще в конце 19 века. Тут была богадельня, воспитывались дети-сироты польские, вот, монахини за ними ухаживали. Ну, в советские времена, естественно, это все было разрушено. Сначала была конюшня, потом спортзал, потом магазины разные, там архивы. Сейчас в храме ведутся восстановительные работы. В приходе около 20 человек. Здесь еще не разные было. Нравится. Хорошо, батюшка этот, настоятель здесь хороший. Завершается первая пасхальная неделя Красной Горкой, праздником, который, как известно, всегда был в России самым желанным днем для заключения брачных союзов. Анастасия Зубарева, Марина Матвешина, Станислав Левин. События.